Васап, ребятки, а перед тем, как мы начнем, хочу вас познакомить с моим очень хорошим другом, Аксель Шоу, его каналом. Переходите, ссылочка будет в описании. Очень хороший канал, советую, рекомендую. Здесь всегда весело и здорово. Позитивно, а главное, вы всегда найдете то, что вам по душе. Так, ребят, смотрите, тема такая, короче. Мы с Валерычем, короче, тут разбираемся, чё как. Есть, короче, дырка очень глубокая. И есть ваши варианты, куда мы можем пойти, где добыть каких ресурсов нам необходимо. Так, нам нужна зачаровальня срочно. Чем раньше, тем лучше. Для этого нужно 2 алмаза и 4, значит, обсидиана. Чтобы добыть обсидиан, нужно еще 3 алмаза на кирку хотя бы. Все, добывать на 11 высоте. И в 3 все быстро нажали. Ребят, 3, один, да. один только я не понял, да, походу? Сейчас я начну вам рассказывать историю, и вы вообще офигеете. Короче, летаю я на элитрах. Ну, знаете, дракона в Индии завалил, короче, сделал фармилку опыта через эндерменов. Ну, там, знаете. Вот, короче, летаю на элитрах, купил, короче, в городе у жителей карту. Ну, знаете, карту, которая показывает храм в этом, ну, короче, в лесу. Летаю, еще этот храм, короче, приземлился так, да, чтобы покушать, вот. И меня, короче, 3 скелета завалило, и теперь, короче, а у меня там еще шалкербокс был. Ну, знаете, тот самый сундук, который, сумка, который, ну, типа, в нем. И, короче, я сдох, получается, и мне сейчас это все дело нужно искать где-то за 3-9 земель. Нихуя не понял. Ну, очень интересно. Смотри, а есть два босса. Найти? Короче, есть босс из сушителя, он в аду. Есть дракон, он, короче, в краю. Ну, то есть в эндермире. Я все покажу. Короче, смотри. С помощью глаз Эндера ты типа ищешь крепость. В крепости погоди. Есть портал. Подожди. Сначала нужно в ад попасть, там нужно найти крепость. Да что ты, черт побери, такое несешь? Что мы здесь делаем, а? Так, ну цель, короче, здесь, да, тупо чилить, короче. Подожди, что такое чилить? Ди находится у нас в аду, то есть здесь где-то под землей. Не-не-не-не, короче, ад строится из... Нужно, короче, из обсидиана портал сделать. А где обсидиан достать? Ну, короче, смотри, водой лаву заливаешь, и обсидиан получается, и его только алмазной киркой можно разломать. Серьезно? Так, а как здесь что? Так, да. Все лишнее. Так, блядь, ты куда кидаешь? Нахуй кидаешь в еду. А, это еда, я понял. Растения лежат в растениях. Так, я сейчас беру. Все должно быть на своих местах. Только попробуйте что-то где-то кинуть. Вы... Так. А вот вы где? Так, хорошо. Аксель, ты что делаешь? Я делаю площадку под этот. Под что? Под поля вкусности. Не-не-не, не такие поля, слышишь? Поля нужно, короче, делать красивые, чтобы они были вот прям да. Вот там жесткие, под углом, там, чтобы там водичка текла. Ну, как у меня, короче, такая. Ну, подожди, да, я сначала ровную площадку сделаю. Хуй тут мутишь какую-то. Поля должны быть раскидистые, боже, водичка текла, а ты что делаешь? То есть, слушай, подожди, ты говоришь, в ад нужно построить, а где дракон живет? А дракон живет, короче, есть еще одно измерение, называется, типа, эндермир, типа, конечный мир, но он нифига не конечный, там еще можно 200 миллионов часов жить, и вообще спокойно, тут приключений хватит. Так, чтобы найти его, короче, нужно скрафтить глаза дракона, глаза эндермена, короче. С эндерменов падают такие штуки, типа, жемчужины их. Ну, ты видел, наверное. Нет. Если кто-то когда-то убивал. Я к нему, боялся вообще подойти. Убить, вот, короче, из них падают эндерперлы, да, вот эти вот жемчужины. Чтобы скрафтить око, нужно, короче, убить блейзов. Блейзы находятся в крепости, в аду. Так что до этого еще очень далеко, и я вам мост парень не вижу. Продолжай, мне интересно. Короче, Блейзи находится в адской кости. Ее тоже нужно будет искать, там, ну, ладно, ползать, короче. Там еще свинозомби есть, кстати, тоже прикольные черти. Их главное не бить, а то они тебя всем, ну, своим отрядом, пионерским, просто отфигачат, все как так. Я хочу понять, что ты говоришь, я не могу понять. Мне, сука, интересно, блядь. Я нашел лаву. Бери ведро, наливай в него воды и заливай лаву. А где я тебе воду найду? Офигенно ты. А как можно дом свой найти? Смотри. С концами, конечно. Нажимаешь F3 и смотришь координаты. Я тебе говорю координаты дома, и ты просто по ним идешь. А, я понял. Ну, пока мне это не надо тут. Если это можно так сделать, то да ладно. Ну, хули ты тогда выебываешься. Короче, ребят, у меня тут обсидианов. Смотри, нужно 10. У меня уже 2. 3. Уже 4 камня из этого. Из чего он? Из какого говна там? Камень? Из говна камня, не знаю.
Ну, вода жидкая. Как эта херня называется? Рандомный факт от Олега. Вода жидкая. Да. Смотри, короче, ты сразу сделал портал, короче. А как делать портал? Типа рамочка, короче, смотри, два снизу, да? В углах, короче, ставишь любые блоки, ну это просто как бы поддержка. Три вверх, еще над ними типа два по той же схеме. Короче, надо сделать рамку внутри рамки из этих блоков, да? Ладно, я сам сделал. Для гигантского, просто для большой переплавки нужны... А ты можешь, человек. Подожди, а ты можешь на одном месте стоять, когда рассказываешь? Я майнкрафтер, я не могу это делать, вы со временем тоже это научитесь. О май гад, нет, порталы делаются не так. Смотри. Так, ладно. Вот эти вот по углам убирай. Зачем? Не хватит. Вот сломай здесь, пожалуйста. Ой, я кирку выронил. Вот, и между красными соединяй, а эту сломай. Блять. Офигеть, короче. Нихера, короче, ты ее огонь. Валера, ты где, блять, как всегда? Все проебаешь, тут иди посмотри. Я тут это. Копперфильд, я тебе кричу. Прожимаем F5 и видим сами себя со стороны. F5. Я бегу, ребят. Подожди, кто тут саженцы посадил сраные? Кто это сделал? Не, у меня не было саженцев. Я не ломал лист. Не. Валер, пойдем. Не втыкай. Пойдем. Я знаю, кто садился от тебя. Иди сюда. Валер, прыгай в портал. Я уже там. Ты уже там? Да. Мои. Валер, как сам? Как универсам, ты там как? О май гад! Как-то у него? Бля. Ладно, зажигалка у тебя, что ли? Просто поджигай, короче, портал и все. А, вон, видишь, заспамился портал. Я же говорил, не надо было эту за***у делать, ну. У меня есть котел, хочешь котел нальем что-нибудь? Не, можно просто броню украсть. Сюда можно лаву вылить. Нет? Да. Я просто это ни разу не делал. Я тоже. Ну, ты говоришь, нельзя. Не будем экспериментировать. Нет, подожди. Блядь. Это хуй. Это вызов, блядь. Котло пи***а. Добро пожаловать в мой мир. Ай-яй-яй-яй-яй-яй. О, все, картодерево. Ломай быстрее, они сейчас горят нафиг. Кажется, что-то пошло не по плану. Объясните мне просто, вы, блядь, начали крафтить металл, блядь. Вот сейчас металл сготовится, возьмешь его, короче, сделай, что тебе нужно, блядь. Я прихожу, блядь, нету металла, блядь. Где он, сука? Кто спиздил весь металл? Да херище металла и видел, как плавилось золото, блядь. Ни золота нету, блядь, ни металла. Куда же ты там в фильме спиздил? Что нам нужно, железо? Так, железо. Желательно алмазы, конечно. Ну что, пойдем алмазы добывать. Да, вы идите, я к вам скоро присоединюсь, потому что я сейчас уже скоро доделаю, мне здесь уже чуть-чуть осталось. Валер, пойдем. Ты где там? Так. Головой бьюсь, блядь, об потолок. Простите, что такой высокий. Блин, я слышу эту летучую тварь, но не вижу. Это Бэтмен. Бэтмен! Да, я ждал этого. Не, вы заметили, да, что спустя какое-то энное количество часов в игру мы просто уже тупо как зомби себе копать, да, у тебя есть то, да, есть то, вот этот, стаков, да, стаков, тут три стака, да, того стака, что-то хуя. Она залипательная. Мы просто уже такие сидим, блядь, такие это мерзкие черви, короче, задроты. Подождите, вы за 5 секунд успели сходить до дома и вернуться назад? Нет, я продолжаю в пещере. Ебать, тут золото, до жопы металлов всего полно. Короче, ох ты, и зомби еще, короче, нихера. Да, получи, сучка. Да, мадафака. Заново дрыщ.
Я здесь нашел дохерища угля, дохерища металла. Я не знаю, я прямо просто пошел и... А, я все, я понял. Я понял. Да, он здесь дырку сделал, да. Да, сука! Матыма! Аля! Беги отсюда! Все, Джим, мы так потеряемся. Не, не потеряемся, вот, смотри. Мне кажется, Олег просто грибочков перенюхал. Охереть. Смотри, тут куча. Иди сюда, Валера. А, блин, крипер, ебать! Тут много железа. Тут весело. Да ху... Железо, я тебе кричу, смотри, снизу и сверху, вот здесь вот, смотри, сейчас, блядь, этот пиздюк взорвал все железо. Так оно выполнено. Так оно же выпадает, да, с ним. Золото сих... Ааа, че тебе так везет? Этот хуй, который разрывается. Я нашел алмаз. А изумруд, это хорошо? Есть такая штука, да? Да, есть, он зеленый. Блять, серьезно? Я говорю, что из изумруда делать? Он, ну, а, он зеленый. Это короче. Из изумруда, короче, можно блоки делать и торговать с жителями. Гранитная ограда. Валера познает тонкости Майнкрафта. А гранитная ограда. Я люблю Майнкрафт. Лежа, все, все. Только что мы увидели, как Олег из приличного человека в типичного майнкрафтера. Олежа. Я превращаюсь. 50% людей превращаются в это. О, нет. Олежа, что ты натворил? Не знаю. Он сломал. Все, связь потеряна.